Всем привет из солнечной и праздничной Анапы. Сегодня в Анапе 9 мая 2019 года. Вы смотрите канал Анап Курорт Инфо. Меня зовут Максим Грушко. Я нахожусь на центральной площади города-курорта Анапа. Поздравляю вас всех с праздником, с Днем Великой Победы. И предлагаю сегодня прогуляться по праздничной Анапе и зайти на море, конечно же. У всех праздничное настроение. Температура воздуха сегодня в Анапе неоднозначная. Переменная облачность во вторую половину дня, сейчас, когда ведется съемка. А в первую половину дня было вообще пасмурно. И вот когда выглядывает солнышко, так температура воздуха сразу градусов на 5 выше становится. А как подует ветерок и солнышко скроется за облачками, так температура воздуха сразу ощутимо ниже становится. Вышли на улицу Горького. Сегодня улица Горького достаточно многолюдная, гуляет много людей. Пройдемся по улице Горького в сторону Театральной площади и дальше по скверу Гудовича до улицы Протапова. Покажу вам одну достопримечательность, непосредственно связанную с сегодняшним праздником. Сейчас в Анапе около 4 часов дня. Температура воздуха сейчас в Анапе около плюс 18 градусов. Я смотрел, и это самый. Ну и мы поедем туда. Была какая-то праздничная программа концертная на Театральной площади. Пересечение улицы Протапова с улицей Ленина. Вот что я вам хотел показать. На улице Протапова, в районе сквера Гудовича, на квартале между улицами Ленина и Черноморской,
есть такое сооружение. ДОТ. Долговременная огневая точка. Сооружен в августе 1942 года бойцами Анапского укрепленного сектора береговой обороны и Анапского истребительного батальона для защиты города от вражеских десантов. Я когда в детстве проходил мимо этого ДОТа, я всегда думал, почему именно на этом месте было сделано такое сооружение. А потом прочитал, что оказывается, вот куда сейчас смотрит камера, вот на этом месте был ров, который сохранился со времен крепости турецкой. Его не засыпали. И вот именно на окраине этого оборонительного рва и был установлен ДОТ. Теперь пойдем с вами выйдем на центральный пляж. Цветочные часы. Время показывают правильно. Стрелки движутся. На циферблате под часовой стрелкой устроилась кошка. Идем по улице Ленина в сторону центральной набережной. Мой отец был участником Великой Отечественной войны. Прошел всю войну от начала до конца. И когда я у него спрашивал, ну как там было на войне, он рассказывал неохотно, и рассказывать о войне ему не нравилось. А как тогда это там? Понятное дело, что все это было очень жестоко. Рассказывал один случай, как они зашли в какой-то германский город, и мой отец был в том числе и музыкант. Умел играть на скрипке. И он зашел в горящую консерваторию в этом городе и спас там одну из скрипок, на которой потом играл долгие годы. Такая вот история. Санаторий Кубань. Сквер между санаторием Кубань и центральной набережной. Смотрите, какие сегодня красивые облака в небе над Анапой. И у моря сегодня красивый цвет. Такой цвет бывает при переменной облачности. На нижнем ярусе набережной у людей пикник.
Спускаемся на нижний ярус набережной. Вот в этой части набережной море возле берега. Такой прибой прикольный. Ну что, в Анапе распогодилось, пока мы с вами гуляем. Облаков на небе все меньше и меньше. И мы оказались с вами на центральном пляже. И, кстати, говорят, что в этом году песок на центральный пляж завозить не будут. И, в принципе, очень многое свидетельствует как раз о том, что это будет именно так. Уже часть пляжного инвентаря подоставали, некоторые даже лежаки уже достали. Не знаю, как будут люди помещаться вот в этой части центрального пляжа. Видите, эта часть прямо-таки просит дополнительно песка. Красота. Есть надежда, что в мае все-таки одумаются и завезут дополнительный песок. Значит, смотрите, какая ширина пляжа. Минимальная. Раньше пляж был здесь раз в два шире, как минимум. Теперь стал узкий-узкий. Давайте немного полюбуемся видом и послушаем звуки моря.
Сегодня в бухте, в районе центрального пляжа, плавает всего только один лебедь. Температура воды в море из-за прибоя мне сегодня измерить не удастся. Но предполагаю, что морская водичка продолжает прогреваться. Возможно, где-то 15-16 градусов точно есть. Ну что, друзья, вот мы с вами посмотрели, какая погода сегодня в Анапе 9 мая 2019 года. Ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на канал Анапа Курорт Инфо. Кто не подписан, на нашем канале много интересного. Еще раз поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из Анапы. Пока!